Всем добрый день. Я вырезаю ножки для токарного станка. У меня токарный станок. Настольный, наверное. Я не знаю, какой он. Короче, 19 век. Перепелка. Так, все, молчи. Чего сбило? А, я уже одну ножку вырезал, да? Ой, с фанеры. Двадцатка. 15-слойная. Рюкзак мне, я сделал же новый рюкзак. Так, я запутался в проводах. Мне он понравился очень, потому что мне что-то странное. Я страху или чего, проволока перестала у меня гореть, перегорать. Вот. Но я почти дорезал, я не стал вырезать, покажу. Я потом покажу, как я вырезал. Вот сейчас я вырежу, вот так сниму каску, фрезую, сниму каску, сниму. Потом, получается, что торцы черные у меня, с торца, вот они, ножки. С торца черные они получатся. Так. С торца черные. Вот таких два, ну как сказать, четыре узора. Два снаружи я внутри не буду, потому что мне внутри надо будет крепить. Мне надо будет привод для токарного станка крепить, потому что токарный станок без электричества. Он ножной. У меня, правда, на нем шильды нет. Я так на него и не нашел в интернете. Я просто нашел похожий. Я все искал, как к нему электродвигатель крепится. А потом нашел похожий, смотрю, а он ножной, представляете? Я буду как этот, как прялку или как зингер ногами. Тык-тык-тык-тык-тык. Не знаю, силы хватит, скорости хватит. Вот, сейчас я покажу, вот так вот, наверное, по-моему. А, ну я контур такой же сделал, я вот так вот поставил, обвел, а потом сдвинул ножки. Потому что широкий же, не буду я делать такой узор. Вот, вот такой узор вижу сюда. Ну а, фаску снимаю. Узор накладываю, узор будет тоже черный, потому что я его буду доску пилить вот так вот пополам. Ну, как сказать, не то, что ровно буду пополам, а я вот так вот буду. Вот. Так, сейчас я карандаш возьму. Чего я мучаюсь-то? Карандаш, ау. Перепелка, карандаш не видела? Оккупант, я его оккупантом зову. Мне же неудобно снимать. Вот я не знаю, почему, мне кажется, что у меня темно снимает. Она у меня весь стол заняла, оккупантка. Я буду, знаете как, сейчас, мне не вытащить этот резак. Ну ладно, я вот так вот, у меня резаки, да, пускайте, не резаки, держаки, да. Я вот так вот проволокой, вот так вот водить вот, поперек доску буду, как там, вдоль вот так доску буду вырезать. Вот так вот я буду вырезать, так, у меня не истругано. Короче, вот доска, да, доска вот так. Вот, не вот так буду резать, а вот так буду резать, вот. Вот такими волнами буду резать, вот. Ну, вот так вот так. Вот. Будут черные узоры. Внутри-то нельзя поставить мне столько снаружи, но я, может, потом внутри поставлю. Я их, может, обрежу потом посередине. Потому что мне здесь площадку надо какую-то делать для крепления этого шкива или колеса. Или ничего. Тут, короче, получается, смотрите как. Ну как на зингере на этом. Шкив такой. Тяга, да, а тут педаль. Вот. И вот на педаль нажимаю. А тут не по центру, вот так вот. А тут ремень идет, а тут этот шкив на двигателе. На каком двигателе-то? На этом, на токарном станке. Вот, ну тут не по центру, вот так где-то, да? Вот. На педаль нажимаешь, она так же крутит. Я не знаю, как они, что там, бешеные обороты были, что ли, педалью-то? Как они... Ну, токаря, я не знаю, как. Так не было электричества, как-то делали что-то все. Все, сейчас я немножко покажу, как я вырезал. Вот. Ой, знаете, что? А, мне еще все хотел сказать. Мне вот эту пополам придется пилить. Мне ее не вытащить, я ее уже спилил. А, нет. Потому что, смотрите-ка, вроде бы пилил ровно, да? У меня, я еще груз не сделал. Вот я что, мне резцы-то понравились. Ой, резцы, все, как они. Держатели понравились, но я на нижнем не сделал противовес. Вот так вот болтается, представьте, она болтается, леску, она проволоку то так, то так, и у меня получилось, что неровно, наверное, пропилено, в одном месте вот так, в другом вот так, попробуйте ее вытащить, придется пополам пилить, а края, я знаете, как вот эти, ну, вот этот край, который вырезал, вот сейчас вот так обрежу, я вот здесь дырочку, вот здесь вот дырочку просверлю, удобно, видно, нет, а вот здесь вот дырочку просверлю, вот так вот пропилил, кусок выкинул, вот так пропилил, кусок выкинул, только так, по-другому не выломать. Сейчас я покажу, как я резал. Вот, вроде все рассказал, все, что хотел. Фаску снимаю, узор накладываю снаружи. Это все привод делаю. А, у меня столешница еще красивая. У меня ее с собой нету, столешницы.
сконструировал стол для токарного станка. А может не стол, может станина. Станок вот такой ширины, наверное. Ну вот я вот смотрю, он там он стоит. Ну вот он длинный вот такой же точно. Но у меня ножки, сейчас я покажу ножки. У меня ножки крепятся, ну, в болтах. Я вам покажу ножку, какую я сделал. И расскажу. Я одну сторону-то стола на стол поставил, они одинаковые. Нога не падай. Нога хорошая, но она не для такого стола. Потому что это я ее это переломаю все. Не знаю, видно, не видно. Сейчас покажу, вот что получилось. Вот так вот она. Так, сейчас я покажу. Ну я в этом ролике не буду, потому что мне не показать. В этом ролике не буду рассказывать. Я следующее, когда зеркало буду делать, я вам расскажу, как я ее делал. Ой, не эту, а вообще как эти узоры делаются. Вот такая вот ножка у меня получилась. Хаски поснимал. Вот так вот и не видно, представляете? У меня места нету показать. Ну понятно, да? Ой, как же ее показать-то? Не знаю. Не получится. Хоть маленько-то видно. Вот. Ну, я выпилил. Узоры я вырезал. Я их... Ну, они у меня, ну, как это... Наклеиваю пистолет. Клеем, поклеил маленько, и все. Ну, вот такие ножки, да. Вот у них вот эти узоры будут ломаться. Это для стенок, это не для полов. Вот эти узоры вообще трогать нельзя. Нет, если просто ровно делать, то нормально. А вот эти вот волны, все, ну если что, она скололась. Все, буду зеркало делать, я покажу, как делать их. Вот на стенке будет хорошо.